всем привет. Не перестаю я восхищаться вот этой розой. Ну, посмотрите, что творится, а. Посмотрите, какая красота. Это же красота неописуемая. Вот еще я думала покупать эту розу, не покупать, купила. Посмотрите, что творится. Она маленькая еще. Вот первый год она у меня растет. Наверное, от ветра полегла здесь. Че, как же тебя никак не закрепись, нужно... Ее чем-то подвязывать нужно. Посмотрите, холод. Сегодня холод. Плюс 4 градуса сегодня. Плюс 4, это Подмосковье. Представляете, что творится? И посмотрите, какая красота. Это нечто. Так, вот тут она растет. Вон. И вот самые маленькие, самые нижние ей. И солнце-то ей не нужно. Солнца-то сейчас нету. Посмотрите, они полегли, просто полегли на земле. На траве, на земле. Один бутончик вообще. Вот какой. Без света он, конечно, по-другому выглядит. Ей, чтобы было красноты больше, нужно солнце. А вот так вот, вот она выросла, вот. Это она в тени там. Под самым кустом, вот, самая нижняя веточка. Вот она, бедненькая. И цветет. И все равно цветет. Представляете, какая сильная эта розочка. Эта сила невероятная у нее. Это нечто, это не роза, это фантастика какая-то. И посмотрите, сколько у нее еще будет. Вон сколько дала вон веток. Не знаю, успеет. Ой, посмотрите же, а! Плюс 25 еще в сентябре обещают. Посмотрите, тут еще будет бутончик. То есть она успеет зацвести, если мороженое не шандарахнут. Потому что в Подмосковье уже было минус 2. Это, наверное, где Челюсти. Есть такой город в Подмосковье. Челюсти. Не путать с челюстями. Вот, мы юго-запад. Вот так вот, вот. Такой ветер, представляете? Такой ветрище невероятный. Вот так. Теперь еще хочу показать. А, все продолжает цвести аспирин от Полины Козловой. Посмотрите, сколько она веток надала. Так. Ой, господи. А это кто тут еще меня затвел? Ой-ой-ой-ой, я ее не успела посадить. Надо будет забрать ее сейчас в дом. Может, потом буду отросточки от нее выращивать. Так, ладно, мы про аспирин говорим. Посмотрите, какая вот та самая розовинка, волшебная ее. Какая она красоточка маленькая. Сколько же она надавала вот новых побегов. Вот они все. Вот они. Красота невероятная. Ну, петуньку я сейчас заберу, конечно. Вон она, у нее даже две петуньи. Синяя и розовая. Вроде бы розовая. А, нет, были розовые, только они были у меня другие. Немножко другие. Так, а это кто тут меня наконец-то зацвела, настурция? Ну, что это такое? Ну, что это? Ну, зацвела. Лето было жаркое, они никак не могли зацвести. Ну вот кое-как. Кое-как, кое-как. Так, ладно. Целое еще сейчас пойду посмотрю. Конечно, я одета не для огорода, но ничего. Вот. Как клематисы расцвели. Смотрите, целое лето он болел, этот клематис. В прошлом году, тут такие клематисы были, прям до верха все было обвито. В этом году вот они вот так вот болели, несчастные. Болели. Вот он почему-то сейчас решил зацвести. Может, из жары болели. Они такие огромные цветы были. Невероятно. А это что это, Муся-Пуся? Вот. Как Алла Владимировна скажет, на 4 пальца. Ну, тут больше, конечно. Но в прошлом году они были еще крупнее. Вот. Вот этот тоже синий. Болел, бедный. Болел. Лечила, кормила целое лето. Мучилась с ними. Один так вообще вот... Думала, пропадет, но вроде бы что-то жизнь в нем теплится. Так, вот так вот, вот они уже отцветают. Я не знаю, обрезать, не обрезать, но вот все равно вот они еще собираются цвести. Вон у них бутончики, пожалуйста. Вот от клематиса что осталось. Вот так вот, ну собирается зацвести. Это или это нет? Нет. Это я вам скажу, не бутон. Нет, вон на самом верху бутон. Вот такой вот остался. Один жиденький, махонький. Чем только тут не кормила, не удобряла. Вот чего это у них, наверное, чем-то я обрабатывала, может быть, пожгла. Ну ладно, ничего страшного. Так, естественно, мои короли. Вот они, красавчики. Синие какие, а? Я не могу. Почему же я их раньше никогда не сажала? Смотрите, какая красота. Вот такие вот они. Ну, не поливала я их, естественно. Редко, когда поливали их. Но все равно... Ой, а красный какой отцветает. Ух ты, еще. Ой, и беленький тут. Он уже все отцветает. А какой вот этот красненький.
Ой, а вот и этот. Ой, мама дорогая, какая красота. И розовые. Ой, тут полегли мои красавчики. Посмотрите, какой цвет. Боже мой, не морковный, нет. Ну, а как бы морковный. Ну, красоты невероятной. Хотелось бы мне собрать с них семена. Я, конечно, семена уже купила. Да, на следующий год. Все, даст Бог, все будет хорошо. Посадку обязательно. Посмотрите, вот такой розовый и вот такой розовый. Какие два цвета разных. Вот они. Ну, дайте, здесь сделайте мне букетик. Вот так, срывать я их не буду, естественно. Не-не-не. Коль обещали еще плюс 25 в Подмосковье. Ну, пусть цветут. Какая красота. Ну, вот этот морковный какой, а? Это же нечто. Вот желтые. Какие цвета разные, а? Смотрите. Обалдеть. Ну, нужно их подвязывать, потому что они, наверное, с меня ростом где-то метр. Ну, немножко не с меня ростом, но все равно высокие очень. Ну что ж, на этой нотке, хорошей, веселой, красивой, будем прощаться. Всем пока, спасибо за просмотр, всем всего хорошего.